Так, ну наконец-то, проковырялись мы полдня с первой дверью, у нас вроде бы все получилось, и теперь можно наконец-таки рассказать, что мы, собственно, сделали. Да-да-да. Ребята, всем привет! Мы продолжаем заселяться в наш домик, и сегодня мы будем делать шкаф-купе. А вернее сказать, мы будем делать двери-купе в нишу. А еще вернее сказать, мы постараемся сделать эти двери, потому что, честно говоря, делаем мы это первый раз. На Ютубе очень много всего похожего, но это все не оно. Так что это будет наша полная импровизация. Надеюсь, что получится. Значит, двери мы будем делать из имитации бруса. Почему из имитации бруса? Очень просто. У нас все стены обшиты имитацией бруса, и должно получиться красиво. Плюс ко всему, имитация бруса — это не такой тяжелый материал, как фанера. И наши ролики, надеюсь, прослужат нам немножко подольше. Чем легче дверь, тем больше срок службы наших роликов. Ролики мы купили на рынке, имитацию бруса тоже. И вообще сейчас постараемся сделать так, чтобы максимально сэкономить. Наполнение шкафа мы сделаем, естественно, из обрезной доски, из 25-й, которой у нас много и которую некуда девать. Вот такие дела. Крепить нижние ролики мы будем с внутренней стороны имитации бруса. Крепятся они вот так вот. Естественно, вот эту бороздку мы ее спилим здесь парочку сантиметриков. И вот так вот закрепим. Где-то вот на таком вот расстоянии, наверное, от конца. Нижние ролики будут крепиться на нижней направляющей. Да, здесь как бы очень просто. И верхние ролики, они будут гулять у нас по верхним направляющим. Это будет вот так вот выглядеть. Так, на полу мы собираем двери. Изнутри двери будут у нас армироваться вот таким вот металлическим каркасным. Это обычная планочка. Она стальная. Стоит кучу денег. Необоснованно почему. Выглядит ушлепски, но понятное дело, что это все будет изнутри. И, естественно, никто этого не увидит, ну, кроме вас. Пришлось нам оторвать наши плинтуса потолочные. И прикрепили мы верхнюю направляющую. Нижнюю направляющую мы пока что просто положили, потому что ее крепить мы будем в самый последний момент, когда выставим двери по уровню. То есть понятно, да? Потом вот этой штукой можно отрегулировать вот здесь вот высоту. Я думаю, что понятно. Так, а это у нас верхние, получается, ролики. Ну, в принципе, у них один и тот же. Главное, естественно, не перепутать их местами. Поставили вторую дверь, как видите... Ну, закрой, закрой. Теперь можно обижаться. Да. Как видите, никаких щелей нету. Все прям наномиллиметрики. Ну, такие вот дела. Давай, выходи. Оп. Привет! Проснулась. Ага. Так, ну, ребята, получается вот такая вот, собственно, шняга, вернее, шкаф. Мы как назовем? Мы назовем его шняга, да. У нас есть домовенок Иларион, и будет шкаф шняга. Есть кошка Сникерс, есть пылесос Полина, а шкаф будет шняга. Ну, вот так вот. Немножко
немножко не совпадают, хотя вам так не видно, у вас кажется, все совпадает. Не, совпадает почти. Почти совпадает, но на камере как будто прям вообще совпадает. Тогда не говори почти. Ну да. Так. Идеально совпадает. Единственное, что мы не сделали, мы еще тормоза ему не прикрутили, потому что мы забыли их купить. И пыльники, нужно еще пыльники. Но пыльники у нас, честно я вам скажу, у нас просто оборзевший рынок слегонцушки. Нам в 1000 рублей пыльники посчитали, это чушь, они стоят 200 рублей на нашу нишу максимум. Так, поделили мы наш шкаф, грубо говоря, на две зоны. В одной из них будет у нас висеть одежда. Я повесил обычный карниз от шторки. Очень, кстати, классно для таких целей подошел. Ну а здесь, с этой стороны, мы сделали кучу полочек. Конечно, все это еще не готово, это так, наброски. Там потом сделаем галошницу, место под корзины, наверху. И может быть когда-нибудь, скорее всего, мы изнутри обошьем все оргалитом, потому что материал довольно-таки дешевый. И вот как будем, короче, доставку заказывать, чтобы отдельно за листы не платить. Вот такие вот дела. Здесь, наверное, не видно. Но сделал я вот так вот. То есть обычные доски, я их отшкурил и прикрутил. Держится все довольно-таки плотно. Все, доски есть все отшкуренные, никаких царапок, зацепок на одежде и на руках не будет. Отличненько. Ну все, спасибо, что досмотрели до конца. Пока. Ну вот, наш рабочий день подошел к концу. Ура, можно посидеть и расслабиться. Сейчас расскажу историю, как мы выбирали этот шкаф-купе. Мы приехали на строительный рынок. Мы же сами его сделали. Мы приехали на строительный рынок, говорим, нам нужна фурнитура, мы двери сами сделаем. Нам посчитали в 40 тысяч. Мы говорим, вы что, совсем с ума сошли? Они такие, ну ладно, раз для вас это дорого, давайте мы вам за 21 отдадим. Супер скидка. Да, мы такие, ну все, короче, понятно, с ними разговаривать нет смысла, потому что, ну это реально наглость уже какая-то. Ну, раз для вас и это дорого, за 12. Чисто вот колесики. Я говорю, 12 тысяч колесики, вы что, охренели, что ли, там совсем? Там же еще фальшпланка была. Так и фальшпланка, это, блин, кусок ДСП, непонятно. Так они за него и 10 насчитали. Да. Короче, в итоге 4 600. Короче, мы плюнули, поехали на наш строительный рынок, который здесь рядом с нашей деревней находится, и взяли за 3,5. 43,5. 43,5. Люди реально оборзели, суки. Ой. Все, что...